Детский сад номер 11 «Василек» одним из первых поддержал призыв органов власти принять участие в конкурсе «Сделаем наш город и район чище». В субботнике, организованном в дошкольном учреждении, приняли участие не только сотрудники детского сада, но и юные воспитанники. Во время утренней прогулки воспитанники детского сада номер 11 отложили в сторону игрушки. В этот день они помогали воспитателям наводить порядок на своей площадке. Даже малышам, которые только перешли в среднюю группу, нашлось дело по силам. Они собирали сосновые шишки. Малыши отнеслись к поставленной задаче со всей серьезностью. Они знают, что из этого удивительного природного материала с помощью взрослых можно сделать удивительные подделки. Мы убираем площадку, чтобы она была чистой, красивой. Мы все убираем вместе шишки. И что будете с ними делать? Поделку делать. А какую? Щачки будем лепить. Медведя, волка. На всей территории детского сада благоустроены чудесные клумбы, а огромные сосны, дубы и липы позволяют ребятам даже в жаркий день играть в тени зеленых великанов. И здесь растут деревья, кусты и цветы. И за этим нужно ухаживать. Помогаю взрослым рыхлить землю, поливаю цветы. И поэтому в нашем садике очень красиво и уютно. Детский сад «Василек» активно готовится к предстоящим торжествам, посвященным Дню города. Ребята подготовительной группы сделали коллективный рисунок. Цветными мелками изобразили, каким они хотят видеть Белореченск. Наш город чистый, и мы будем помогать ему лучше, чтобы он цвел, чтобы люди убивались. Всякие мусор. В нашем саду очень популярны акции, их проходит очень-очень много. Поэтому мы никак не могли пропустить вот эту акцию, которая объявлена в честь Дня города. Поэтому мы всем коллективом, и взрослые, и детки, приняли активное участие. И вот вы видели, что из этого получилось. Посильная помощь в благоустройстве территории сада, в котором они проводят большую часть дня, для ребят только в радость. В непринужденной игровой форме они учатся трудиться, помогать взрослым, ухаживать за растениями и поддерживать порядок на своей площадке. Вера Савельева, Сергей Чернецов, «События и люди».